Всем привет, вы на канале Сетров Плей. Сегодня мы будем играть Jailbreak. Какой же мне выбрать? Бандит или полицейский? Ну, выберем полицейского. Так, сегодня мы будем ловить преступников. Где они? Дробовик возьмем. Так. Сейчас мы до вертолета добежим и пойдем ловить преступников. Вот наш вертолет. Садимся в него и полетели. Так. Никого нет. О. Ребят, я кейс нашел, в котором лежат деньги. Бесплатные. Сейчас заберу его. Все, я забрал, и теперь пойдем ловить преступников. По дороге возьмем еще пистолет пиратов и саблю пиратов. Полетели. Я вижу бандита на вертолете. Вы арестованы. Ребята! Фух. Чуть не упал и не умер. Надо обратно его словить. Ребят, я... ребята! Ай, больно! Блин, придется ловить другого преступника. Хотя, давайте еще раз одну попыточку. Так. Ну, до этого мы подготовились. Фух, ребят. Давайте, вот. Наконец! Ай, больно! Ай, ребят! А, спасите! Так, я погиб нечаянно. Погиб, потому что меня сбросили с вертолета. Надо взять дробовик опять и пойти опять ловить. Сейчас мы пойдем вертолет брать. Погнали ловить. По курсу бандит, по курсу бандит. Мы его словили. Давайте. Полетели. Так, он у нас пока посидит тут. Погнали. Он упал и умер. Полетели. Я очень давно купил небольшой транспорт, так что давайте на транспорте. Вместо вертолета возьмем автомобиль. О, расправился. Поехали. Будем доставкой работать. Так, по курсу банда, 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 по курсу банда, бандитов, бандюгатов. О, у меня 4-й уровень, я погиб. Заново начинаем, берем оружие, переоденемся. Так, давайте вот это еще возьмем. Вот у нас вертолет. Так, сейчас посмотрю, сколько стоит. Ой, как дорого. Поехали зарабатывать. По курсу ничего нету, ни, абсолютно ничего. Грабят банк, внимание, внимание. Грабеж банка, банка, банк. Грабят банк. Грабят банк. Грабят банк. Грабят банк. Я погиб, ребята! Заново придется туда идти. Так, побежали. Ребят, если мы на этот раз умрем, идем вот так, тогда пойдем играть за бандита, за преступника. Пошлите. О, все, я иду за вертолетом, ребят. И теперь нужно вертолет взять и отправиться на то же место. Надеюсь, там кто-нибудь есть, хоть остался. Полетели. Итак, я прилетел опять. Арестовываем чужих. Опять я умер. Я заобещал вам быть преступником. Итак, я разродился. О, вот он, вот этот мужик нам нужен.
Ну, я знаю бак один, через который можно пробраться через забор. Все, мы его убили, побежали бегом. Брать дробовик. Полетели на вертушке. Так. Так, бегом, бегом, бегом. Бежим. Он пропал. Ждать придется. Но мы не такой парень, который должен ждать, так что пойдем скоротим время, лучше пойдем на машине. Поехали. Едем. К нашему магазинчику подъедем. О, калаш и УЗИ. Сейчас захватим машину еще нормальную, а не на вот этой бесплатной тачке ехать. Так что поехали. В гараж. Только без машины. И вот тут нам дадут вот такую, например, выберу. И сейчас опять заедем туда. Поменяем раскрас. Будем такси. Так. Раскрас такси. Бело-хрустальный. Вот, раскрас такси. Поехали. Так, поехали. Так, мы едем на базу. Потом после базы мы поедем грабить банки. Потом сдадим деньги. И у нас потом будет очень важное ограбление. Так что, поехали. Так, ребята, мы грабим банк. Вот. А, больно, больно. Зачем ты меня бьешь? Мы уже возле банка, а я сейчас умру. Это не надо мне. Ребят, грабим банки, забираем все золото. Так, надо заставить закрыть путь. У нас пока что у всех оружие, чтобы охранять вход. А то нас убьют, могут арестовать или убить. Отлично, 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 отлично. Бегом, бежим! Happy Bay, уйдем с Ребята, нет, меня арестовали! Пойдем, вот там мужик долбит щиток. Сейчас нам он надолбит. И... давай. Щиток открыт. Открыли. Мы взломали щиток. Теперь нам придется убегать отсюда. Так, я взял вертолет, полетели. До этого ограбления нам понадобится вертолет и вот такая цеплялка, которую обычно игроки берутся, чтобы мы спасали их из тюрьмы. Полетели. Так. Ух ты, ребят, смотрите, что я нашел. Вон тогда мы можем что-нибудь скинуть. Ну, ящики, может быть. На них нам деньги тогда не будут давать. Сейчас мы возьмем оружие и полетели обратно. Ограблю электростанцию. Сейчас я взломаю ее только, чтобы пройти. Так. Я взломал. Все, пошли. Так, мама Мия, как страшно. Ай, ребята, я умер. Так, давайте опять возьмем дробовик.
теперь пойдемте машину брать. Так, машина, давай, машина. Заводись, Паучи, работай хорошенько, иначе машину я эту раздолбаю на куски. Ребята, я нашел лучшую машину. Поехали! Фонарики включены. Поехали. Так, у нас... Ребят, вот это короткий путь, чтобы пробраться к нам на точку назначения. Будем грабить опасное место. Будем грабить музей обломков всяких динозавров, всяких костей, планет. Так, приехали на машинке. Ребята, Так, ребят, разбиваем. Я солнце сбью. Так, давайте еще кости поворую. Так, я ввел шифр правильный. Все. Так, по карте надо смотреть. Он подготовился, я подготовился. А он должен нажать первый, получается. О, все нормально. Погнали. Блин, придется с ним сесть. Пожалуйста. Все. Спасибо. Я тебя обожаю. Какой-то так себе водитель. Я себе все кости переломал. Так лучше поеду на своей тачке. Так, вот тачка. Так, ребята, мы едем. В нашей точке назначения. Едем. Так, мы приехали, и мужик тот плохой водитель приехал. Так, ребята, сдаем все. Девочки или мальчику? Ну давайте, девочки. Так, и теперь... Ребята, в следующей серии мы будем делать ограбление за полицейского. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока!